достигая Израиль и весь мир. Шалом, мир и благодать всем вам, дорогие. Барух Ашем, благословенное имя Господа. Дорогая, сегодня мы продолжаем говорить о послании к римлянам, и я хотел бы затронуть тему подавления истины. В самом начале этого послания Павел написал, что гнев Божий придет на тех, кто подавляет истину. Иными словами, глубоко внутри мы знаем истину, но из-за гордости или обиды, или из-за лжи, которую дьявол принес в нашу жизнь, мы можем подавлять в себе то, что мы знаем глубоко внутри. Из-за таких скверных вещей мы делаем это. Но подавляя истину, мы тем самым приглашаем гнев Божий в нашу жизнь. Думаю, тут важно понять, почему мы это делаем. Почему мы подавляем истину? Почему мы бежим от истины и пытаемся подавить ее, вместо того, чтобы остановиться и взглянуть ей в лицо? Важно знать Божью истину. Я знаю, что всю мою жизнь с самого детства Бог что-то вкладывал мне, и мне очень важно знать, что именно. Я всегда говорила: «Бог, как бы неприятно это было, я все равно хочу знать правду». И я молюсь о том, чтобы во время этой программы у вас появилось желание узнать истину. Добро пожаловать, дорогие, шалом вам! Мы снова приветствуем вас в лесах Колорадо. Мы продолжаем разбирать послание к римлянам, это четвертый выпуск первого сезона. Я очень рекомендую вам прослушать все выпуски этой серии. Продолжим с того, на чем я остановился в прошлый раз. Я закончил прошлый выпуск мыслью о том, что Евангелие начинается с понимания того, что Бог изливает свой гнев на грех. Как видите, это немного отличается от того Евангелия, которые мы слышим сегодня. Людей часто призывают прийти к Богу, потому что Он может восполнить их нужды, но никто им не говорит о грехе. В прошлый раз я остановился на 1 главе, 18 стихе. Павел подготавливал сердца людей к принятию благой вести об Иисусе Христе. И вот как Бог готовит наши сердца к принятию благой вести. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Хочу спросить у вас, друзья, когда вы в последний раз слышали послание о гневе Божьем? Когда вы в последний раз слышали сильную и обоснованную проповедь о последствиях греха? А Павел, основной автор Нового Завета, основной автор Брит Хадаша или Нового Завета, начинает свое объяснение с того, что Иисус был послан в мир, потому что на мире был гнев Божий из-за грехов человечества. И сейчас мы пойдем дальше. Но я хочу прочесть это еще раз, чтобы развить свою мысль. Павел говорит, что гнев Божий находится на людях за то, что они подавляют истину. О какой истине тут идет речь? Истина, которую подавляют люди, я имею в виду всех людей в мире, состоит в том, что хотя мы и знаем, что Бог есть, у нас есть Творец и Господь, и Он суверенный, мы знаем об этом, потому что Бог вложил это знание внутрь нас. И открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Мы родились с этим знанием. Он вложил это знание в нашу душу. И когда мы смотрим на творение и видим красоту, всю эту красоту, бескрайние небеса, океаны, закаты, водопады, разнообразные цветы, птиц, новорожденных детей, когда мы смотрим на все вокруг,
что сделал Бог. Глубоко внутри мы понимаем, что Бог есть, и Он великий. Но хотя мы и знаем это в своем сердце, мы подавляем это. И поэтому многие говорят, что Бога нет. Или они не знают, что Бога нет. Несколько лет назад мы служили в Уганде. Возможно, вы уже слышали от меня эту историю, но она, скажу вам, очень сильно зацепила меня и является хорошей иллюстрацией для этой темы. Но давайте вначале прочитаем следующий стих, а потом я расскажу эту историю. Тут написано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им». В английской Библии сказано, что можно знать о Боге явно внутри них, то есть глубоко внутри они знают, потому что Бог сделал это очевидным или явным для них. Знаете, когда люди говорят вам, что Бога нет, и они не верят в Его существование, глубоко внутри они знают, что Бог есть, потому что Бог сделал это явным для них. Посмотрите на следующий стих. Павел говорит здесь, что не только глубоко внутри мы знаем о том, что Бог есть. Мы были созданы по образу Божьему, и мы знаем, что есть Творец. В Ветхом Завете сказано: «Скажет ли творение своему Творцу, не ты меня сделал?» Именно это и делают сейчас люди. Ну а следующий стих говорит: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира, через рассматривание творений видимо, так что они безответны». Скажите, неужели творение будет говорить своему Творцу: «А это не ты меня создал?» Итак, Павел говорит, что Бог дал нам понимание этого внутри нас. Это уже вложено в нашу душу, в наш разум. А в следующем стихе, который я только что прочитал, сказано, что когда мы смотрим на окружающий мир, мы видим его качество и качество его божественной природы. Глядя на всю красоту мира, люди понимают, что Бог есть. Посмотрите на всю красоту и разум творения. Птицы знают, что нужно лететь на юг. Наши тела знают, как создавать антитела. Все вокруг нас говорит о том, что все это было создано разумным Творцом. Как же? Кто-то может смотреть на все это и говорить, что Бога нет. Якобы все это произошло благодаря какому-то случайному взрыву в открытом космосе, а Бога или небесного Творца нет. Именно благодаря этому гнев Божий пришел на людей. Зачем кому-то отрицать существование Бога? Зачем кому-то менять надежду на Бога на ничто, на какой-то взрыв во Вселенной, в которой нет Бога? Этому есть несколько причин, и одна из них — это сила тьмы. Сатана желает подавлять знания о Боге на земле. Сатана ненавидит Бога и делает все, что в его силах, чтобы отделить людей от Бога. Итак, первое, что заставляет людей отрицать существование Бога, хотя они и знают, что Бог есть, первое, что заставляет их занять эту антибожью позицию. А кто же такой Антихрист? Вы знаете? Это тот, кто отрицает, что Иисус — это Бог во плоти, то есть он отрицает Бога. И главная причина, почему люди отрицают существование Бога, это дух Антихриста в этом мире. Это номер один. Далее, вторая причина, почему люди делают так, это гордость. Главная черта характера сатаны — это гордость. Посмотрите на историю сатаны.
Он говорил: «Я поднимусь на небо. Я стану как Всевышний. Я займу место Бога». Тот же самый Дух сходит на людей. Они хотят быть выше Бога. Как они превозносятся выше Бога, говоря, что Бога нет, и думая, что только наукой можно объяснить Вселенную? Это вытеснение Бога и желание занять Его место. Гордость заставляет людей подавлять истину. Так на чем мы остановились? На Евангелии. Павел тут говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Они подавляют истину о Боге. Бог открывается им, но они отрицают Его существование. А почему они это делают? Из-за демонического духа на земле, из-за тьмы, из-за духа Антихриста. Это номер один. Номер два — из-за гордости. Это плод Антихриста. Но после грехопадения он теперь есть в людях. И номер три — это сломленность. Очень часто люди переживают что-то в своей жизни. Возможно, это развод родителей. Может, кто-то из их родных погиб. Может, они видели много жестокости в мире, что сказали себе: «Если бы Бог действительно существовал, если бы Он действительно был любящим, то как такое возможно? Это просто бессмысленно». Враг использует это и проникает в их мысли. И после они начинают подавлять истину и знание о Боге, заявляя, что Бога нет. Иногда люди, пострадавшие в жизни, винят в этом Бога. Мы говорим о том, почему люди отрицают существование Бога. Хотя Библия говорит, что они знают, что Бог есть. Иногда люди подавляют эту истину о Боге из-за глубокой раны. Возможно, с ними произошло что-то настолько ужасное, возможно, они пережили насилие или знают кого-то, кто пережил сексуальное насилие, и их это очень сильно ранило. Теперь они винят в этом Бога и пытаются отплатить Ему за это. «Господь, Ты допустил это в моей жизни, и мне было так больно. Ты должен был мне помочь. Теперь я сделаю больно Тебе, отрицая Твое существование». И все эти ужасные трагедии, которые переживают люди, враг использует для того, чтобы увести их во тьму и подавлять истину, отрицая их Творца. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе. Я призываю свежий ветер Твоего Духа. Пока я молился, Дух Святой показал мне, что дьявол душит кого-то. Реально душит кого-то. В самый первый вечер, когда я молился в начале собрания, внезапно во время молитвы я увидел видение от Господа. Господь показал мне, что дьявол душит там кого-то, какого-то человека. Если то, что я сказал, отзывается в вашем духе, выходите. Выходите вперед, пожалуйста. Я хочу помолиться за вас. И в конце собрания вперед вышел человек и рассказал о том, как силы тьмы душили его регулярно, но Иисус освободил его. И с 2007 года этот человек испытывал демонические атаки. «Когда я спал на левом боку, — говорит он, — демоны атаковали меня. Они душили меня». То есть, когда я сказал, что дьявол душит кого-то, вы поняли, что речь идет о вас. А что произошло сегодня? Сегодня я почувствовал какую-то силу в животе. А потом эта сила вышла у меня изо рта. То есть демон вышел из вас, и меня стошнило. Вас стошнило? Слава Господу! Аллилуйя! Продолжим разбирать 20 стих.
ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Однажды мы все предстанем перед Богом, и ни у кого не будет оправдания тому, почему они подавляли истину о Нем, почему они не хотели признавать Его, и почему они не желали подчиниться Ему. Подавление истины — это не только нежелание признать существование Бога, но также и отказ повиноваться Ему. Как только вы осознаете, что есть Бог, у вас есть Творец, теперь вы, как Его творение, ответственны за то, чтобы узнать, чего Он хочет от вас. Многие люди не хотят, чтобы Бог говорил им, что им делать с их жизнью, и поэтому они отрицают Его. Так они могут делать все, что захотят, но тем самым они подавляют истину неправедностью. И поэтому, как сказал Павел, в результате их ждет гнев Божий. Вы поняли, что я сказал? Многие люди отрицают существование Бога, потому что не хотят подчиняться Его власти. Признание того, что Бог есть, взваливает на нас определенное бремя ответственности. Иными словами, Бог, раз ты создал меня, значит, у тебя есть план для моей жизни. Я должен повиноваться этому плану. Ты определяешь мою реальность, и мне нужно подчиниться ей, потому что ты мой Бог, а я твое творение. Но многие люди хотят жить свободно, потакая желаниям плоти и своим амбициям. Они не желают ничем жертвовать ради повиновения Господу, Его закону, Его Слову и Его истине. Именно поэтому они выталкивают Его из своей жизни, отрицая Его существование и подавляя истину неправедностью. И как результат, их ждет гнев Божий. То, о чем я говорю сейчас, и есть истинное Евангелие, а не то, что мы часто слышим сегодня. Мы слышим о Боге, который не призывает нас к подчинению или покаянию в грехах. Хотя именно так Иисус описал суть своего служения. Первыми словами Иисуса были «покайтесь, обратитесь ко мне, потому что приблизилось Царство Божие». Иоанн Креститель готовил людей к приходу Иешуа такими же словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Это и есть настоящее Евангелие. Но вместо него мы слышим: «Просто примите Бога, и Он сделает вас богатым. Он даст вам все, о чем вы мечтаете». Речь только о том, как использовать Бога, а не о том, чтобы сделать Его нашим Господом. Но Писание говорит не так. Мы продолжим читать. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». А вот сейчас я расскажу вам историю, которую обещал рассказать раньше, чтобы подтвердить правоту своих слов. Тут сказано: «Они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Несколько лет назад я был в Уганде. Мы там служили. Однажды утром мы ели свой завтрак на открытом воздухе. Пока мы были там, каждый день было солнечно. Мы с командой сидели за столом и, конечно же, выделялись. Было видно, что мы не угандийцы. Но вдруг к нам подошла какая-то женщина. Она была американкой. Она приехала туда, чтобы заниматься программой по здравоохранению. Она подошла к нашему столу, понимая, что мы такие же иностранцы, как и она, и стала расспрашивать, что мы там делали. Мы рассказали о себе, а она рассказала, что приехала с гуманитарной миссией. Мы сказали ей, что приехали сюда, чтобы проповедовать благую весть о Царе Иисусе. А она ответила: «Я не верю в Бога. Я верю только в науку». Я сказал: «В этом и проблема. Видите, этот прекрасный цветок, как большой беспричинный взрыв в открытом космосе мог создать такой прекрасный цветок? А как космический беспричинный взрыв может объяснить такой феномен, как любовь, тот факт, что вы можете чувствовать и отдавать свою любовь?» И в конце я спросил ее: «Как вы можете иметь сознание? Как вы можете осознавать собственный мыслительный процесс, а потом сами решаете, что же вам делать? Как это можно объяснить взрывом в космосе?» Она вежливо попрощалась и ушла. Но в тот же вечер она пришла на наше собрание. Там она услышала Евангелие. И на следующий день, когда я стоял в очереди за едой на завтраке, она подошла ко мне и сказала:
Спасибо вам за вашу мудрость. Зачем я вам это рассказываю? Эта женщина убедила себя в том, что она не верит в Бога. Она верила в науку и убедила себя в том, что не верит в существование Бога. Но поскольку я не поверил в то, что она не верит в Бога, поскольку я верю Библии и тому, что Бог заложил в каждого человека осознание того, что Бог вообще-то есть, поскольку я верю Слову Божьему, а не тому, что сказала та женщина, я смог ей сказать, что глубоко внутри она знает, что Бог есть. Я бросил ей вызов. И насколько я знаю, она уверовала в Бога и в Спасителя Иисуса. Мы должны основывать свою веру на Слове Божьем, а не на мнении людей. Не поддавайтесь мнению всех тех атеистов и агностиков, которые хотят угасить вашу веру в Господа. Нет, вы и есть то самое доказательство. Вы его свет. Вы его свет и его свидетель в этом мире. Мы свет на горе, и мы должны свидетельствовать об истине. Ну а мы далее перейдем к 21 стиху, потому что у нас осталось не так уж много времени. И вот что там сказано. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Это тоже подтверждает то, что я вам говорил до этого. Люди, которые сменили славу нетленного Бога, и вместо этого стали мудрыми в своих собственных глазах, или в глазах людей этого мира. Они думают, что они очень умные и образованные, и могут объяснить все с помощью науки. А Библия говорит, что в результате этого их глупые сердца омрачились. Они называют себя мудрыми, но вместо этого становятся безумными. Послушайте, пожалуйста, эти слова еще раз. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих». Да, объяснение всего теории Большого Взрыва — это не больше, чем умствование, особенно если послушать каких-то ученых. Это лишь разглагольствование, потому что никто этого не видел, никто не был там. Они просто осуетились. Я не говорю, что Большого Взрыва не было. Я верю, что взрыв был, когда Бог сказал «раз, и все, да будет свет». А вот Бог говорит «бам, да будет свет». Я хотел бы ободрить вас сегодня. Потому что люди, которые верят Слову Божьему, это меньшинство на этой земле. Если вы знаете истину, то стойте на ней, стойте за нее, не стыдитесь Евангелия и свидетельства о Господе. Будьте верны Ему, и вы получите свою награду. Иисус сказал, «Я скоро приду за вами», и Он обещал каждому из нас награду. Господь дал Моисею конкретные указания относительно того, как благословлять детей Израиля в книге «Числа», 6 главе, с 22 стиха. Господь сказал Моисею следующее. «Так благословляйте сынов Израилевых, да благословит тебя Яхве и сохранит тебя». Ява рехеха Яве, ваишмареха. Яэр Яве панавелеха, вихунеха. Иса Яве панавелеха, веасем леха. Шалом.
пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо Свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Сегодняшний выпуск был заключительным в серии «Путешествие по посланию к римлянам» первый сезон. Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести ее, заходите на наш сайт. Господь побуждает вас помочь раввину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет раввину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, которые вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Возлюбленные, благодаря вам мы можем проповедовать Евангелие, которое нам передал апостол Павел. Многие из вас понимают, что нужно исправить то послание, которое провозглашают сейчас. Разбирая послание к римлянам стих за стихом, мы начинаем понимать, каким на самом деле является послание Евангелия. Люди должны услышать эту истину. Иешуа дал нам поручение, которое состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие всему творению. Возлюбленные, мы должны проповедовать то Евангелие, которое вы слышали сегодня. Благодаря вашей финансовой поддержке, миллионы людей по всему миру слышат радостную весть о Мессии Иисусе. Возлюбленные, когда вы участвуете в нашем служении, вы участвуете в подготовке атмосферы Земли к возвращению Царя Иисуса. А вы повинуетесь тому, что Он сказал вам, нести радостную весть о Его скором возвращении. Поддержите нас своими финансами, потому что это духовный закон царства. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь раввина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и кроссейды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача раввина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Раввин – еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.